Добрый день всем! Погода отвратительная, но мне в сарае довольно хорошо. Еще раз приветствую вас. Заказали мне многоярусную полку для цветов. Ну что, приступаем делать полочку. Первый раз буду такое делать, но первый раз зато научимся. Поехали! По полочке по высоте она будет 1,80 м вместе, так называем, поддоном решеточки, из трех составляющих. Вот это одна из трех. Жена сегодня. Продвигай. Двигай. Кто у меня помощница? Проверим размеры, что у нас по диагональке. Сто восемьдесят три. Thank you.
Ну вот первый этап я закончил с цветочницы с этой. Как я говорил, высота 1,80 м. Здесь пойдут полочки. На одной стороне 4, на другой 3. Но это будет уже в следующий раз. А сейчас всем пока-пока.